мои дорогие дачники и все остальные счастливые обладатели загородных домов. Расскажите-ка мне, чем вы активно отапливаетесь зимой? Дровами, угольками, пеллетами, брикетами, газом. А бывает так, что отапливаться электричеством проще и даже дешевле. Давайте-ка этот момент разберем. Многие из вас знают, что в этом доме мы живем с мамой сравнительно недавно. Это красивый каркасный дом с утеплением 150 мм минеральной ваты и общей площадью 134 квадратных метра. И я его обогреваю 5 электрическими обогревателями. Да, там есть еще 2 мощных помощника, о которых я расскажу попозже, но в основном это 5 обогревателей. И про газ, который идет по границе этого участка, я тоже расскажу немножечко попозже. А сейчас пройдемте в дом. Сейчас я расскажу про обогреватели. После мы поймем, сколько мощных электропотребителей в целом. Затем посмотрим на изменения показаний счетчика спустя сутки и посчитаем, на сколько рублей нажгло. Далее расскажу про 2 мощных неэлектрических помощника и поговорим про подключение газа. Начнем с прихожей. Она с таким большим лестничным проемом, и его обогревает самый простой тепловентилятор с термостатом. Поддерживает температуру плюс 18. У мамы в комнате конвектор с 3 режимами. Там внутри 2 нагревательных элемента. Один нагревательный элемент имеет потребление 750 Вт. Второй отдельно включается, имеет 1250. И если их включить оба сразу, то обогреватель жарит на 2 киловатта. Сейчас при температуре на улице минус 10 обогреватель всегда включен на первый режим 750 Вт. А также в доме обогреватели подключены через вот такие температурные датчики сонов. Они отличные помощники, чтобы поддерживать комфортную температуру, а также, конечно же, экономят электричество. У мамы температура – это 22 градуса, для нее это комфортно. Управляется с помощью мобильного телефона. Сейчас обогреватель у нас выключен, так как в комнате 25 градусов. Датчик стоит на автоматическом режиме и выключается при температуре выше, чем 25, и включаются ниже, чем 23,5. Можно было задать, конечно, 23. Также работает по расписанию, по таймеру и по цикличному таймеру. Это влажность. На кухне тепловентилятор с термостатом подкручиваем по необходимости. А дальше мы будем продвигаться на второй этаж. Санузел второго этажа топит инфракрасный обогреватель Solaris. Сейчас и почти постоянно при минус 10 на улице он тоже включен на первом режиме, это 750 Вт. На втором режиме 1500, пока включать не приходилось. Но скоро очень холодно. Который, собственно, обогревает такую небольшую или большую прихожую второго этажа. Сам узел, там теплее всего. И мою мастерскую. Any ideas? В моей комнате рядом с трубой от печки стоит инфракрасный обогреватель. Тоже подключен к датчику сонов. На первом режиме потребляет 450 Вт. Остальные мощные потребители электричества – это плита для приготовления пищи и водонагреватель на 50 литров. Вот хочу показать, как промерзает рама двери при минус 15. Мощнейший, даже не мостик холода, а целая магистраль. Это все надо утеплять или изначально не экономить, а покупать хорошую утепленную дверь. Сифонит капитально. А теперь самое интересное – показания счетчика. Уличная температура сейчас минус 10 днем и минус 15 ночью.
Итак, 5702 киловатта. Ровно через сутки 5772 киловатта. При данной температуре нажгло на 70 киловатт. Это примерно 460 рублей в сутки и примерно 14 тысяч рублей в месяц. Дорого-дешево? Жду мнения под видео. И это без двух мощных помощников тепла, которые сильно сокращают потребление электричества, и о которых прямо сейчас. Это инфракрасный газовый обогреватель на 4,2 кВт. Рассказывала о нем на канале год назад. У него три конфорки и три, в общем, режима обогрева. Вот они все три конфорочки горят, сейчас они накалятся, станут красненькими, будет хорошо видно. Жарит он отличненько. Одна конфорочка, кажется, отдает киловатт с лишним. То есть на три конфорки выходит 4 киловатта где-то с хвостиком. К нему у меня вот такой баллон композитно-полимерный на 24,5 литра. Очень тепленько рядом с ним. Хотя я все равно одеваюсь как капуста, потому что я очень мерзлячая, как, в принципе, наверное, большинство женщин. Самый мощный источник тепла – это печь-камин. Нет необходимости, да и возможности в теплую зиму топить ее постоянно. Только когда очень холодно, от минус 15. Это печь-камин фирмы Нета, модель Москва-9. Она на 9 кВт. Открываю все двери, и через полчаса в доме жарко. И все термодатчики командуют выключить обогреватели. Смотрите, пока мял бумажку для дров, нашла занимательную карикатурку. Смотрите, мужик дрова рубит почему-то в галстуке. Вот, а женщина смотрит на город, там театры, салоны, бутики, кино. Вот, и он такой ей говорит: город, город, смог, грязь, пробки, что ты там не видела. Честно говоря, ну, есть в этом доля правды. Иногда я скучаю по хорошему магазину и по кинотеатру. Но в этом году, вернее, в том 20-м году, я очень сильно, конечно, страдала от отсутствия медицины вблизи. Я болела, и еще машина сломалась. Мне было очень тяжело. Так что совершенно незачем строго судить, и в городе, и в загороде есть свои достоинства и недостатки. Зато женщина какая, смотрите, на каблуках. Пупок голый, сисястенькая. И с ведрами. Но сейчас же ведра не таскает. Кстати, может, кто-то и таскает еще. И дальше на тему газа. Да, здесь по границе идет газ. Но посчитав вот эту сумму, которая выходит за зимний сезон обогрева электричеством, и взять вот эту сумму, которая нужна для подключения электричества, и в том числе для его оборудования, то понимаешь, что обогреваться дальше электричеством проще и дешевле. И так каждый год. Да, в долгосрочной перспективе подключение газа отобьется по деньгам и комфортом приумножится в разы. Но вот как только вот пол лимона свалится на голову, так сразу подключим. Спасибо, дачники, что были со мной. Пишите в комментариях все, что у вас наболело по этому поводу, и любые мысли, которые у вас родились во время этого ролика. Пока. С вами была Элина Дача.